А ты думал, я за другой клан буду? Да нет, я просто еще не подумал. О, Рагнарёк смертельное сбалансированное, прикольно. Да, только я играю плохо, я типа недавно начал, поэтому. Если что, не кричи на меня. Да, я вроде не кричу в Норсгарде. Тут Челинья просто любит покричать, поэтому. Челинью, да. Сначала он ноет, что у него все плохо, потом кричит, что мы ему игру слили. Не, я могу вообще без повода типа орать. Я могу и чаще орать. Верим, верим. Ты выздоровел? Ну да. Попа приит в этом кресле. Вспоминаю, что этот Рагнарёк смертельный, душить будет нормально. Так, извини, я отходил, что ты говорил? Этот Рагнарёк смертельный, ну, советую играть типа осторожно, потому что могут альвы прибегать, все такое там часто. Ну, ты Ашану рассказывай. Чтобы не было неприятностей каких-нибудь. Да, тут очень серьезно будет. Тут волк, тут желательно очень быстро волков всех сразу зарезать, потому что они начнут очень часто прибегать. Так, у меня три побережья. У меня три побережья вроде есть. У меня тоже. Рабочая карта. Я, наверное, за три. Что? Рабочая карта, говорю. Да. А у меня это тоже побережье? Да? Нет. Нет. У меня руинки, две овцы, класс. Карта баланс? А, даже 4 у меня побережья. Ладно, пускай он тут сначала исследует. А, давайте, давайте... О, нормальная тема. Да. Единственное, что зачистить надо побыстрее. И между нами 3 драугра. Интересно, что у них вместо этого гнева Тора? Вот это, кстати, если нужна слава, можешь прибежать сюда. Понял. Я уже начинаю разведывать. Бегу. Ашан, вот эту разведай. А там можно скользь пробежать, короче. Типа тыкаешь скаут. А, да, он бегает скользь. Не через разведанную? Да, да. Понял. Я все равно разведаю там какой-то клан. Да, это эльф. Это эльфы. Блин, это не очень удачно. Придется... Я как-то все равно не так побежал. Там нужно тыкнуть на область, чтобы она проходила, типа. Как... Ты уже разведываешь центр? Нет, у меня они через жопу побежали. Я кликнул на центр, но они меня через жопу бегут. Вот, нет, ты тыкаешь на неизведанную область, и потом пробегаешь. Ну, уже все. Так, 73% надо сейчас. Я уже тут рядом. Я могу разведку уже сносить, да? Ну, я думаю, да. Да. Так, я уже исследую, уходи. Почему нет? Уходи. Ты чё, у тебя есть руинка? Уходи! Блядь. Не ругайся. У тебя типа руинка есть, кому? Да, я забыл про неё.
Так. Надо... Почему я открывал? Потому что для ворона важнее получить Тана быстрее, так как это ему дает трех жителей. Так, мне бы еще вот тут посмотреть, конечно, но тут, по-моему, не волки. Да, драугры. О, это они кто-то, да, уже наняли? Я нанял. А, ты. Быстрее зачистить, будут часто набегать. И попытаться вот эту территорию. Там, конечно, три волка, я не смогу убить их сразу, но... Я думаю, может, не через две рыбы сыграть, у меня две рыбы. Ой, а тут четыре... Ой, блин, вот это плохо. Вот этих я еще могу зачистить, но четыре волка я сразу не зачищу. Так, знаете что, мне надо... Давайте сразу... Попробуем берсерка получить как можно быстрее. Так, вот это будет тебя долбать жестко всю игру. Да, да, я поэтому уже начинаю берсерка делать, постараюсь побыстрянее. Ну, уже прибежали, блин. У меня есть просто две овцы. Мы сможем зачистить вот это, я свой нет. Нет? То есть я сливаю, да, короче? Сливай волков. То есть, в принципе, если у меня эти два воина и берсерк, я могу попытаться эти четырех зачистить. Ну, танковать берсерком. Если получится этот и этот, то есть мне надо еще и лекарей быстрее сделать. Давай, давай, мне надо до зимы попытаться. Немножко приторможу в развитии, но это важно вот это зачистить. Давай, еще один. Подержу. Так. У меня уже предел по жителям. А эти у меня умрут. Скорее всего. Давай. 4. 5. Есть. Месяц. Да, вот это я точно успею зачистить. И надо, наверное, сразу строить лекарей. Ага. А денег-то на эту фигню у меня нету. Ой, блин. Нет, нет, главное. Если вы держите там юнит, то не появляются новые. Так, этого можно засуицидить. Так, мне нужно дом сначала построить. Блин, мне денег не хватает. Вот видите, я вот это
Нет, мне надо все-таки не дом, а... Не дом, а... Да. У меня тоже вот этот террас камин с големом. Гавань. Тоже убью. Да, да. Тебе 60 денег надо, да? Еды нету, но у меня есть две овцы. То есть я дотерплю. Сейчас надо гавань ставить. Как раз у нас закончили собирать железо. Это чтобы же деньги были. За счет денег колонизировать области. В принципе, я, конечно, могу зарезать овцу и за еду взять, но это так тупо, играя за ворона. У меня славы будет, я сейчас это заберу, и у меня сразу 200 славы. И все, и уже третья, то есть в начале лета прямо. Это очень быстро получится. Выбегала всех. Ну, я зачистил два логова волков. Я, по идее, должен в начале лета уже таном быть. Я коплю на алтарь. Можешь... А, сальвами нельзя же торговать. Едой. Я хочу сейчас колонизировать эту успеть. Пока здесь никто не появился, я волков здесь зачистил. А там никто не появится. А, ну тогда я сейчас колонизирую. Я чуть еды не хватает. Так, сначала эту колонизирую. Появятся и жители. Мне нужен дом. Теперь можно? Я пока нет. Через минуты полторы смогу дать, наверное. Давай тогда я дам. А, подождите, вы на пир хотите? Подождите. Да. Подождите. Этот дом надо достроить. Нет, просто... Не копить, не накопить еду, пир дать, или кто-то другой даст этот вопрос? Не, я точно не дам. Я тоже. Да, сейчас. Да, сейчас. Так, теперь надо гавани копить деньги, вот эти две области покупать и там на еду ставить. Вообще у меня уже 50 плюс 6, в принципе, если подождешь, могу дать. Сам смотри, за надо. Ну, у меня 97 плюс 9, так, мне давать пир? Все, я готов к пиру. Так, теперь, наверное, второй лагерь лесорубов поставлю. И потом только гавани. Лагерь лесорубов, наверное, тут сделаю. Серьезно? Что такое? О, на тебя эльфы уже прибежали? Да. Ты страдаешь? Не, нормально. Ну, ты не хочешь их убить? Да я хочу. Сейчас первый пойдет, я буду. Ща я тебе помогу. Я успею? Теперь надо гавани ставить, кучу гаваней.
Могу уже области присоединять. Тут у меня драугры. Тут вот я боюсь. Ну, хотя тут тоже не побегут. О, теперь на меня бегут эльфы. Ага, вижу. Сейчас скоро на меня на мейн прям прибегут. У меня прям на мейн бежит. Но тут его встречает храбрый берсерк. Воевода. Готовьтесь к пиру скоро дам. Давай. У них конь слабоватый, он только нанял воеводу. Я знаю, что у меня уже есть камень на то, чтобы апнуть. А кстати, а чё откладывать? Действительно, чё бы... Я, наверное, апну. Я не буду ждать открытия плотничье дело, которое на 20% уменьшает. Но я сейчас 100 дерева соберу и апну. Тут, по-моему, нету смысла откладывать. Еды дофига, поэтому... Я да. Не, нет. Зажми. Пятьдесят монет. Получим. Я всего лишь два камня, считайте, теряю, а быстрее зато получаю. Строю алтарь. Буду. Есть пока чем заняться. Можешь рыбу тут еще построить. О, точно, нахуй есть рыба. Я бы не заметил, если бы не сказал. Так, тут надо башню построить. Как раз тут от всего будет работать. Эльфы. Слушай, а они вообще танами уже были? Хоть кто-нибудь из них? Нет. Так, теперь гавани следующие надо еще строить. Ну, счастье добавляет. Начинать побережье исследовать. Сейчас у меня плотничье дело откроется. Так, я бы, наверное, апнул дом лесоруба, а то медленно дерево пока капает. Момент с этими драуграми. Угу.
Все равно надо башню ставить. Да, давай. Да. С пиром я воевал. Нормально дал. Почему я ставлю вот так близко к границам, а то мне иногда пишут, что прибежит соперник, ему легче убивать башню. Эта башня не от соперников, а от нейтральных монстров, чтобы, когда они забегают в область, они нападали на башню, а не на каких-то рабочих, которые работали бы в этой области. Вообще... На деньги. Ну, если ты идешь через торговые посты, ты можешь, в принципе, там, ее тогда покрыть. Вот этим, этим чувакам что-то давать, типа, и через нее улучшенные играть. Так вообще, можешь, кстати, на бараке сливать. Не успею, так. К сожалению, тут башню достроить, похоже. То есть, торговые посты все-таки не бафы, да? Ну, думаю, да, лучше еще один построить. Ну, чуть-чуть. 4. За железо их не забудь только лучше. 6, 8. Не, успел. Класс. Вообще, надо было этого атаковать. У него башня атакует. Войтик завален. А у тебя что-то будет? У меня тут сейчас барак построю. Так, где у меня второй камень? Здесь. Еще камень здесь. Так. О, блин. Ну ладно, давай летом, короче. Я бы пир нажал после тебя сразу. Ты можешь нажать сам? Да, я говорю, я. Отлично, надо вот эту зачищать теперь территорию. Сразу делаем одного воином. Тут, мол, я понимаю, что сейчас зима, то есть я имею минус к силе. Но надо не давать появляться тут новым. Блин, что-то я немножко фигово промикроконтролил. Такой большой минус, потому что лечат. Так, я с темными эльфами торгую, да, правильно? Нет, чем? Вот это вот. Лучше с йотами торгую. Я их не вижу. Их нужно открыть. Я просто тоже разведку снес, я не могу их открыть. Я пир нажимаю. А где йотуны? Если вам надо йоту, я открою. Не надо, да. У меня просто банк. А вот кобальды, можно вообще кобальды открыть тут ближе. Это
с кобальдами там выгоднее торговать немножко, чем с йотами. Ты же все равно не будешь торговать там 5 постами с этим йотами, что их получить. Так, ты говорил мне торговцев, да, за железо бафать? Да, да. Так, ты мне можешь чем-то тут помочь? Я планирую сейчас зачистить. Мы хотим тут сначала разобраться. Или там 3, а тут 4. Тут я тоже 3. Ну ладно, я тут сам тогда. Давай, короче, сюда заходи, Танч. Ты можешь подождать, я и там его помогу. Ну давай вот тут сначала. Ты да, ты там щелиню, там более важная область. И это, кстати, походу твоя. У тебя же нету второго камня, да? Да, да, у меня нет. Ну смотри, как бы, мне взять это или тебе взять, я даже не знаю. Давай я возьму. Ну просто это будет баф только тебе давать 10% войскам. Ты много сделаешь войск? Не, это челень. А, у него больше некуда развиваться тогда. Я отменил, я не знаю, думайте сами. Ладно, забирай когда, пока, короче. Потом, когда файт начнется, передашь мне. Okay. Мне надо в лимиты поднимать, а то что-то забыл вообще. Сижу чилит. Кайф. Я что-то забыл территорию исследовать. Короче, сейчас приоритетная цель вот этот мой второй камень. Тут надо голем убить. В принципе, если я думаю, все воеводы придут, то мы убьем. Так, куда привести? Там голем. Бегу! Ашан, тоже иди сюда. Так, эльфы. А может кто-то со мной едой поторговать? Или нет такой возможности? Я не могу. Ну, я... Хорошо. Сейчас, я уже просто с вороном торгую. Давай, кто... У кого больше какое? У меня. Ты там следи за хп. Попади, я думаю. Я не понимаю, что мне с едой делать. У меня минус 3. Торгуй с ним, Челению, едой лучше. То есть не переключиться на него, да, пока? Ну да. Не, я еще буду с ним постом. Yeah.
Сволчи напали именно там, где у меня нету башни. Алексей, нужно? У меня нету скаута. Что нужно? А, сейчас же нельзя, да, брать чужую руинку? Вроде и... нет. О. Да, у меня, конечно, все круто. Ой, сейчас. Мореходы. Сейчас мореход. Сейчас три морехода нападет. Ашан. Смотри, сейчас будет жопа. То есть я хотел сказать, береги свою попу. Алексей, когда разведка будет? Сейчас как раз я шел разведывать, а тут эти приехали. Так, что там у зеленого? Сейчас сделаю армию и зато это буду захватывать. Ну, это вряд ли. Чего? Ну, 6 эльфов и голем. Да, это нужно воинов 10 лучше. У тебя большая армия. Ну, а зачем тебе сливается, блин, армию на... А что мне делать сейчас? В науку. Сейчас поднимай лимиты еще больше, апы, бараки. Вот эту территорию забери, камень. Еще есть чем заняться. О, слушайте, а так черный уже прям рядом с нами. Оу. Да. Так, пошли его заберем. Я готов. У меня 9 лимит сейчас будет. Я могу создать. Я еще воинов пока не апнул. Подожди. Перед зимой еще ни у кого шут нету, нафига. Да, не, я имею в виду летом. Тем более он медведь, будет очень смешно на него зимой напасть. Да, особенно если он через спячку пошел. Ща, дайте мне, я хочу апнуть бараки хотя бы, хоть один. Же, по-моему, какая смешная карта сгенерировалась. Какая-то как это. Как а сбалансированная карта всегда так генерируется.
Мне кажется, на медведя не очень идти. У него улучшенная улучшенная вышка. Где? У них конь тоже лимиты поднимает, кстати. Построй еще лимитов, если ты такой смелый. У меня дерева нет. Че, мне еще лесорубку строить? Можешь построить. Я, в принципе, закончил. То есть мы сейчас не нападаем? Ну я хочу еще чуть-чуть почилить, мисс 3. Еду хотя бы надо копить. Ну, я готов. Я тоже готов. Ну, во сколько еды, например? У меня 330. У меня мало еды. Надо поднакопить. И 14 воинов могу сделать. А, нет, даже будет 16. У меня тоже 16. Я 9. Какой лучший? Пир никто не может дать. А, дорого очень. Вообще, давайте в лесоруба их пока определю. Чего? Ну, то есть ты уже готов, да? Ты уже готов, да? Я готов. Ну да. Ну го. Идем, идите, пожалуйста. Ты нанялся уже? Сюда идем. Ты нанялся уже, зеленый? Да. Передавай. Я тут самый слабый пока, поэтому я просто первый пойду. Потом буду отступать. Чё такое? Смотрите, вышка не бьется. Чё за бред? Это лаг. Она бьется на самом деле. Да, там просто вот он так специально застроил, типа, её. Это такой прикол, типа, сейчас, видишь, вышку так застраивать, типа, чтобы она не билась. Это всегда было так. Я всегда вокруг вышек что-то строил. Воинов ведут потихоньку. Они аплодят. Вот тут они. О, кровавая луна. Так, ребят, нам надо как-то не слить до кровавой луны. И нам будет полегче. Не, нам все равно... Блин, 3 месяца слишком долго. Сюда мы заходим. Мне кажется, надо заходить все равно. Мы все равно заходим. Сюда точно заходим. Да, на рыбу надо заходить. Так, я, наверное... А, блин, у них... Я могу на фиолетового, в принципе, рейд отправить. Зеленый. Заходим.
Давайте близко сюда, сюда, сюда идем. Чего не мигает экран? Может, мы не будем файтиться до кровавой луны? Можно, да, не файтиться. Давайте подождем, возьмем правую там. Возьмем правую, да. По лайту. Ну, типа да, но лучше на вышку заходить сейчас. У них типа нормально все на базарке. Можем и слить. Он сволочь привел. Давай сюда. Сюда, 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 сюда. Лить, лить, лить. Ой, файт, 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 файт. Ладно. Бейте воина сначала. Да тут уже ни хрена не видно. Ну, щитов не надо бить. Да не-не-не, зачем? До конца надо. Сейчас выстрелал луна и... Да, они сейчас на контратаку пойдут. Да. Ну, можем... А можем еще раз бай сделать? У тебя есть голда? У меня да, я могу. Давай, у меня делай. Тоже. У меня закончилось. Давайте, делайте максимально сейчас. All in просто. А, ты забрал у меня. Можешь передать мне? Можешь передать мне? Да. У меня лимитов не хватает. Все. Я что, иду. Вы идете там? Да, я иду. Сейчас кровавая луна, я еще под бафом буду. У меня много армии. Сейчас вообще. Давайте здесь деремся, да. Подождите меня тут. Подождите. Сейчас видим. Но тут не работает кровавая луна, вы понимаете, да? Работает, работает, по идее. Да, она да, обоих да. работает. Да ладно, тут он просто один пока что. Это хорошо. Так, если он отступает, сразу идем на мейн. Да, догоняйте, догоняйте, догоняйте. И на мейн сразу держите путь. На главного медведя. На главную, на главную. Подожди рейд, подожди рейд. А, стоп, у меня денег нет. Все, заходим тогда. Заходим. Там башня бьет. Ну, давай башню. Иди башню бей. Блин, у меня все лагает. У меня все встало. Я не знаю, что происходит. Мы убили башню. Да. Так, Алексей, можешь разведать вообще синего? Стойте там, стойте у себя, стойте на мейне. Убить, убить всех. Короче, их ошибка была, что они не напали на нас в ответку. Ну да. Мне и докончилось. Можешь отменить торговый путь со мной, я говорю, пока нормально. У меня он и так его нет. И кровавая луна закончилась. Ой, как неплохо на самом деле, ребята. Держись. Так, ну, мне надо сливать куда-то воинов вообще, я не знаю куда. На напасть мы больше не можем резко? Нет. Можем вообще альвов слить? Давайте, можно и альвов солью, типа, я там немножко... Ну пошли попробуем убить. Подожди, подожди нас. Ты танкуешь, да? Я могу. Го!
Фокус на альф. Вообще я хотел бладскин бы. Блин. Типа видишь, ты резко получил, хотел я получить. Ну, сказал бы, что мне сделать я. Так, куда мне? Так, полечусь. Нет дерева, нету еды, нету голды, просто жив. Ты гоблинов идешь, да? Да я вообще, мне надо слить армию просто. Не могу. Если бы... Лучше, конечно, было разведать уже синего там. Да? Можете со мной поторговать? Всех я не могу. Нет, у меня просто нет торговых путей. Не помогай мне, не помогай, не помогай, не помогай. А, я не могу с тобой торговать. Пал вепри не можешь. А, торговать. Ты точно, ты же вепрь. Может со мной деревом поторговать? Меня идут скаутить. У меня есть армия. У меня тоже. Отправил скаутов к тебе туда. Кашан, постой, пожалуйста, тут. Вышка сломалась просто. Сейчас. Еще раз, что надо сделать? Сюда подойди. Сейчас. Я просто хилиться, а не. Ох. Окей, иду. Они на моей теле тоже будут хилиться, эти точки. А. Что раньше-то молчит. Слушай, в смысле тебя не скаутят? Они ж к тебе не могут... Ну тут надо кого это убить? Йотунов, что ли? Что ты... Что за пинг? А, ну скаутят и скаутят, просто хотят посмотреть.
Могу передать просто фану. Я бы был рад. Давайте нажимаем. Можем вот здесь через йотунов резко на вот сюда пройти. Как считаете? Я считаю, что мы тут уже выиграли, это вопрос времени просто. Слышно? Да. Теперь да. Все готовы к камням? Я готов. Ну, кстати, сейчас очень быстро их надо обрабатывать, даже не всегда успеваешь. Ну, за коней я по-любому не успею, все. Не знаю, на что они надеются, что фиолетовый вепрь выиграет по науке? Нет, у них у коня очень сильная экономика. Типа они рассчитывают, что они нас вдвоем бьют, типа наших воинов. В принципе, даже если они бы сейчас бы напали, не могли бы нас бить. А чё ж они не убили, когда мы нападали на медведя? Они не успели или бараки поставить, синий не успел бараки построить. Сейчас у него уже вон 4 апнутых барак. Так, ну тебе, видимо, башни надо апать тогда, как? Ну, у меня есть сейфовый камень вот на башню, на мейне. Что, только два места, что ли? Если что, я молнию сейчас скую.
атаковать. Тебе ничего не надо, просто копи голду и лучше акцентируй на то, что тебе нужно больше воинов. Ленья, мы все слышим. Я знаю, я никак не могу по кнопке сделать. Никак меня по кнопке не можешь сделать, я же человек ебан. Иди поспи уже. Есть охуенный хавчик. Ну чё, ребята, зимой пойдем или нет? У всех есть шубы. Слушай, если говоришь, у них офигенные, пускай они нападают. Я после големов готов. У меня шубы есть, но... Я не знаю, что нам я рыпаться. Я могу коню, короче, на мейн кинуть молнию, и у него уже будут фиговые, типа, воины. И все такое. И тогда и можем идти нападать, в принципе. У меня уже 600 еды. О, алтарь. А когда это алтарь стал давать все плюс один за каждые 200 славы? Ну вот, после недавнего момента. Фига себе, так его надо ставить, получается? Ну, получается, его вначале не надо ставить. Но... То есть у меня 800 славы, это считай, я буду... 4 еще. Да, всего плюс 4. Че, у кого сколько еды по ситуации? У меня просто 700 со мной едой торговать. У меня 640, но минус 18. У меня 50 минус 3. Кажется, не очень хорошо. Гоните, куда мне лучше молнию кинуть? На вепре лучше или на кого? Давай ты молнию кинешь, вот если мы соберемся на них нападать, они такие создадут армию. Мы встанем так вот, они такие будут против нас стоять, и мы туда молнию кинем. Окей. Будешь точно им... Но только прикол в том, что молния не работает на свою территорию, если кидать. Не, так мы же типа на них нападать будем. Типа мы встанем у границы, они такие встанут, типа ну нападайте, давайте мы вас сейчас убьем. А ты им такой в их попки сладенькие. Хохренак молнию. Еще молния, правда, стала не такой крутой, как раньше. Хочу 300 дерева и алтарь поставить. 5. О, как раз. Все, с жильем мы разобрались. Ладно, пошли на славу тут все переключим.
Слушайте, а с деревом со мной никто не поторгует? Я хочу 300 побыстрее набрать и алтарь поставить. Я тут, в принципе, мне тут уже и до славы недалеко победой. Ну, типа, можем вообще сидеть, типа, не рыпаться? Ну, типа, да. Тогда, может, реально лучше на них кинуть сейчас молнию, типа, чтобы... Не, подожди, я сейчас на них пойду, слышишь? Я сейчас пойду на них. Я попробую. Вы развиваете себя из-за меня? Ну-ну. Ну, я тоже, короче, тогда пойду их... Ну, у меня просто идите. 23 лимит и куча денег, я сейчас... Я просто очень сомневаюсь, что даже если вы, типа, как-то сольете и предположим, что там даже Челлинию заберут, что мы тут проиграем. Потому что у меня реально уже 1200 золота. Сейчас я поставлю алтарь канунгов. Да. Мне три области осталось забрать. Алтарь канунгов. Погнали? Давайте, да. Я посмотрю, как... Я еще отправил скаутов в последней области доисследовать. Типа, надо, да, 2-2 мы выиграем или нет, даже интересно. Да, чтоб по-честному было. Здесь двор. Давай, заходи на големов. Направо. Не-не-не-не-не, ты куда? Там молнии. Там, чтобы они не соединились, понял? Давай, заходим сюда. Ты забыл воинов. Блять. Не ругайся. Я просто на контрлогику ловил. А, блин, фиговый кип. Блин, сейчас он не соединяется. Вот я дам. Ладно. У нас больше вроде. Нет. Там еще 19 метателей. 18 метателей. Ну что, Алексей, это копите там голду, наверное. Мне кажется, нам лучше ничего не нападать, потому что мы сольемся под вышкой. Там их больше. Так заберите, кстати, вон, забери у нее снизу как раз еда, апнутые эти. Вон, внизу забирайте территорию. Хотя бы просто одного воина отправьте. Алло. Там у него апнутый этот. Одного воина хватит. А, блин, воу! Метатели мочи, да. Красивый слив. Сейчас на нас идут, на меня идут. Сбор тут всех сил и средств. Так, ну мне что тут осталось? Три территории. Ну хотя да, можно вообще меня слить. Да, пытайся вы... Воюйте, что слить? Воюйте. А поторгуйте со мной еще камнем. У меня нету камня. Понятно. Че, ты идешь, Ашан? Нет. Помочь. Веди все село ко мне веди сюда. Да это херня, не, я не пойду тут.
Ну, типа, тогда я сольюсь сейчас. Ну да, мы тебя сливаем. Обидненько. Обидненько. Пытайся замедлить, сейчас надо, чтобы Лёша улетел, типа, 1200 и территории. Я тоже попробую замедлить. Не, мне осталось, мне только, мне, короче, только славу осталось насобирать. У меня на территории точно есть уже деньги. Странно, у меня алтарь канунгов только одно счастье дает. А, так на счастье это не работает. Блин, подстава. А на все остальное работает, видите, плюс 5. Вы сейчас не задефайтесь. Я и не собираюсь. Так, раз, два. Я буду просто мейн, да? Они сразу пойдут на Алексея сейчас. Кстати, да, так возможно. А если я тебе территорию передам, ты выиграешь? Да. Вот эту ты одну помог? Дай. Да, да, все. Ну все, ждем. Вот эту иди деф и теру, слышь? Это вот тера хватает уже? Да, да. Осторожно, осторожно. Чё там, камни рынка нет, да, купить камни? Нет. Я пошёл, убью фиолетовых. Да, бей фиолетовых. Да. Ещё они тера заберут. Предание скоро, там еще 15 даст. Вон камень добывается, кстати. Сейчас нужно. Все, у меня. Дефайте, дефайте. Я все еще ловлю. Че, хватает? Блин, кажется, нет. А-а-а, блин, жопа. А голда есть еще на одну теру? Да, есть. Вот, так забирай теру сейчас, короче, и получишь славу. Я не могу, когда они тут воюют, понимаешь? Вот эту теру. Да не могу, я тебе говорю, нельзя колонизировать, когда соседняя область воюет. А, капец, не знаю. Вот теперь могу. Так, бежит, бежит, бежит. Кто, 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 кто? А 99%, 10 славы не хватает. Есть что апнуть? Домик там. Спокойно, я еще одну область забираю. Все, победа, ребята. Ху! Сука. Чуть не проиграли. О, четко. Зато Челиньо проверил 2 на 2, что он не вытаскивает. Ну да. Не, я тоже хотел. Я молнию дебильно кинул. Она сейчас слабо работает, типа недолго. Надо было на них армию кидать, они. Да блин, ты еще вся армия отбежала, не напали ни одного. Так я тебе про это и говорил, что вы подходите к границам, типа изображайте, что вы на них сейчас нападать будете. Они стоят у границы, они не могут на вас выйти. То есть им как раз очень долго бежать придется от вашей молнии.
Не, мы все нормально сделали. Вынос медведя в самом начале, это было очень правильно, этого черного. Они не смогли мне никак помочь. Ну а тут просто в конце, ну... Ну вы поразвлекались чисто попробовать. Надо было просто сидеть, да. Мы бы там сейчас побеждали, сидеть, да, мы там побеждали и так, и так. Ну все, спасибо за игру. Еще будем? Или... Нет, я не буду. Я, у меня как бы вечер, я пойду спать. Я понимаю, что у вас уже утро, и вы уже выспались, наигравшись в Норсгард. Да, мы как бы еще не выспались, я еще не ложился, типа. Ну, я понимаю, да? Рекомендую поспать так. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!